Так, пока Маринка там пылесосит, я начинаю разделывать того самого окуня, из-за которого у меня очень-очень долго болел палец, и он до сих пор, видно, сустав спухший, хотя прошло уже несколько месяцев. То есть я так думаю, что сустав такой и останется. Так, что у нас? Что у нас тут еще? У нас еще флетхед уже почищенный, Джордж Кинг, еще что-то, какая-то рыбина, я уже не помню их название. А тут на тарелочке три крейфиша, три лобстера, и это то, что остается при разделке от каракатицы. Короче, каракатицы я решил больше не стрелять. Не стрелять. Почему я сказал не стрелять? Потому что, наверное, про подводную охоту сейчас думал. Вот, решил больше не ловить и отпускать, потому что, ну, как бы, мяса в них гораздо меньше даже, чем в сквиде, и, ну, они такие, мерзко выглядят на самом деле. Вот, что я буду с этим делать? Буду коптить. Вот такая вот тушка получилась после того, как были удалены ядовитые, как их называют? Шипы. Шипы, да, ядовитые шипы плавника. И разделана тушка. Итак, немножко газовой коптилки, которую я приобрел совсем буквально недавно. Газовая, не электрическая. Не знаю, почему-то мне захотелось, чтобы была именно газовая. Состоит из двух отделений. Первое отделение, собственно говоря, это коптильное отделение, где будет располагаться продукт, пищевой продукт. С термометром, естественно, чтобы поддерживать нужную температуру. Вот. Вот, во втором отделении, так, сейчас раскроем, вот, во втором отделении внизу находится газовая горелка и сам поддон с чипсами, вот, и сюда еще ставится блюдо с водой, то есть для того, чтобы не сохло ни мясо, ни рыба не сохли во время готовки, вода будет испаряться и будет создаваться, скажем так, влажная атмосфера. Влажная атмосфера. Звучит прикольно. Вот. Короче, как-то так. Так, ну что, надо несколько лимончиков сорвать. Как раз лимоны здесь как эти. Просто монстры какие-то. И вот уже новые завязи пошли лимонов. Цветочки лимонные. И вон лимоны у нас. Вон их сколько у нас тут. Опс. Лимоны будут использоваться как подложка для рыбы, а также как, ну, сверху буду укладывать, чтобы сок с лимонов стекал на рыбу в том числе. О, лимоны вкусно пахнут. Угу. Офигительно пахнет на самом деле. Да. Запах, конечно, сногсшибательный стоит. Ставится миска с водой. Все, и сейчас закрываем, чтобы процесс, во-первых, набралась температура, началось копчение, процесс копчения, а потом поставим продукт, как только температура наберется. Ну вот уже начинает дым идти. Сейчас прикрою вьюшки все эти немножко. Короче, вот так вот уложил сверху лобстеры, потом рыба, все на лимончик, чтобы не пригорало слишком сильно, если будет пригорать. Также сверху лимончиком, чтобы сок капал.
с лимонов на, скажем так, на рыбу. Ну, посмотрим, как получится. Так, ну чё, что-то я закашлялся, вином подавился, похоже. Короче, осталось минут 15 где-то, и всё будет готово. Подкинул новую порцию опилочек. Дымит. Так, ну что, уже выглядит там довольно-таки аппетитно. Буквально еще несколько минуток. Ну все. Закрываем, перекрываем. Выглядит все, конечно, очень ярко. Все очень ярко выглядит. Аппетитно. Так, ну вот, вот так это все выглядит. Сейчас будем пробовать. Начнем, наверное, все-таки начну я с каракатицы. Она, конечно, немножко должна быть резиновая. А может и нет. Шкурка, конечно, получилась. Ну как шкурка? Она не шкурка, но будем называть ее шкуркой. Она получилась немножко резиновая. Но остальное мясо под ней. Классно. Короче, солил я это все. Просто пересыпал солью часа на два. Отлично. Теперь лобстер. Какой сочный. Вот здесь снизу лимон. Он, конечно, придает, скажем так, придал вкус. Волшебно. На самом деле мне нравится. Прикольно. Вкус дымка. Если еще какой-нибудь соус придумать, надо будет поработать над соусом. Еще соус попробуем. Так, ну и сейчас попробуем вот эта рыба, говорят, очень костлявая. Сейчас посмотрим. Все-таки то, что лимон лежал и сверху, и снизу. Больше лимона сюда добавлять не надо. Безумно. Короче, готовилось это 2 часа все. 2:10 где-то. Волшебно. Ну, что я могу сказать? Сегодня готовка удалась. Вот. Так что теперь нужно отправляться обратно на рыбалку для того, чтобы пополнить запас рыбы, который я сегодня израсходовал. Вкуснятина. Даже еще кусочек возьму. Собак, тебе нельзя такое. Тебе рыбу нельзя. Ты аллергик. Вот. Отлично. Все, пока.